Тирасполь стала одним местом для отдыха больше. В самом центре города, рядом с зеленым рынком, благоустроили озеро. Водоем очистили от мусора, углубили, установили скамейки, фонари и даже фонтан. Оксана Ступа продолжит тему. Еще 2 года назад об этом озере знали немногие. Почти полностью заросшие камышами, вокруг пустырь, да и присесть толком негде. Теперь же можно расположиться на удобных скамейках, полюбоваться видом на маленький, но аккуратный водоем, да и к тому же скоро здесь вокруг вырастут деревья. Здесь уже появились молодые саженцы. Деревья, к слову, высаживали не только сотрудники рынка. Сколько здесь деревьев высадили по периметру? Ну, в первый год мы высадили более 50 зеленых насаждений. Вот эти зеленые насаждения помогали нам высаживать дети с коррекционной школы. Вот, то есть, вот это дерево посадил ребенок из коррекционной школы? Да. Ну, это с нашей помощью, потому что детям, конечно, было тяжело. На то, чтобы привести озеро в порядок, потребовался почти год. Большую работу проделали водолазы. Со дна доставали даже шины и кабель. Водоем очистили. Сейчас его глубина порядка 7 метров. Сюда запустили малька, белого амура и толстолобика. А недавно здесь появился еще и фонтан. Пока он дорабатывается, вокруг планируют выложить камень и сделать подсветку. Фонтан включается у нас дистанционно при помощи пульта. То есть вот так просто нажатием одной кнопки и... Да, мы запускаем фонтан. Озеро находится под круглосуточным наблюдением и охраной. Рынок обеспечивает безопасность. Купаться здесь нельзя, а вот полюбоваться природой в самом центре города всегда пожалуйста. Оксана Ступа, Юрий Прошичев, Первый Приднестровский телеканал.